2008 році Всеукраїнська благодійна організація «Convictus Ukraine» за фінансової підтримки уряду Швеції розпочала розробку та впровадження триступеневої програми реінтеграції в суспільство громадян, що перебувають на випробувальному терміні та звільнені з місць позбавлення волі. До розробки програми були залучені провідні вітчизняні та європейські експерти, які успішно адаптували європейські методи реінтеграції колишніх засуджених до українських реалій. Метою програми реінтеграції є повноцінне повернення у суспільство жінок, звільнених з місць позбавлення волі та запобігання повторному скоєнню злочину і поверненню у в'язницю. Програма складається з трьох етапів, перший з яких починається ще у виправному закладі за 2-3 місяці до звільнення. На цьому етапі важливо забезпечити майбутніх учасниць інформацією щодо програми реінтеграції, послуг, що надаються, умов прийняття до центру реінтеграції «Дім на півдороги», а також виявити потреби жінки та надати необхідну підтримку. Наступні два етапи програми реалізуються у центрі реінтеграції «Дім на півдороги», що розташований у селищі міського типу Краснопавлівка Харківської області. Робота центру побудована на принципах добровільності, конфіденційності, поваги та індивідуального підходу до кожної учасниці програми. Центр є своєрідним містком до нового життя, в якому є свобода, житло, робота, близькі люди і друзі. Життя, в якому є вибір. Меня здесь девочки встретили в Краснопавловке. И сюда я когда подходила уже сюда, к этим стеклянным дверям, мне казалось, что я захожу в какой-то хрустальный дворец, что ли. А я спала это все время. У меня вот, у меня слезы прям наворачиваются. Я зашла в хрустальный дворец, и здесь мне все рады, и здесь как скатерть-самобранка. И все для меня, мне посадили покушать, мне сказали, вот твоя комната, здесь ты будешь жить, вот тебе принадлежности все. Просто класс. И было бы больше, если бы было таких больше центров, легче бы было девчонкам, которые вот, ну, просто выходят из мест не столь отдаленных и теряются в обществе, растворяются и попадают опять. «Дом на полпути» – это экспериментальный проект, и много времени было потрачено на то, чтобы грамотно выстроить программу, работу программы, услуг в центре, активности в центре, которые мы предоставляем девочкам, которые вышли из мест заключения свободы. И работа в центре выстроена так, чтобы у девочек был позитивный настрой, чтобы у них было желание саморазвиваться и самореализовываться. И не мы меняем им жизнь, они сами пытаются изменить ее на лучшую. Для того, чтобы они комфортно себя чувствовали, здесь созданы все условия. Как для проживания, так и для времяпровождения. У них есть блоки, где они проживают, из двухместного и четырехместного состоят. Есть душевая комната, есть туалет, то есть оборудованы всем необходимым для личного пространства. Программа девочек создана так, что они заняты занятиями, индивидуальными и групповыми соцработниками. С ними работает психолог, у них есть часы досуга, у них есть часы трудотерапии. То есть мы стараемся максимально и, скажем так, по назначению занять девчонок. Есть график работы центра. В 7:30 у нас подъем, в 8 у нас руханка, это зарядка, и определенные пошли. Когда определенное время завтрака, определенное время обеда, ужина, часы работы там, труда, часы занятий. В 11 у нас отбой, и правила эти должны соблюдаться, все верно. Но также есть у девочек и часы досуга. С утра мы встаем, делаем зарядку. Вот кто первый встает, включает DVD, музыку.
Все, мы все уже встаем, у нас 8 часов подъем. Мы встаем, чистим зубы, все, мы к зарядке готовы. Делаем зарядку в холле. Сделали зарядку, и каждый знает свое дело, что он должен делать. Как дома, знаете, вот как дети. У меня 4 детей, у меня каждый ребенок знал, что он там может маме чем-то помочь. Тот пошел набрал картошки, тот принес воды. Так вот мы, как у Анны Николаевны, как дети. Тот знает, ага, мне сегодня, ага, сегодня я хочу примерно спечь пирог. И Вика там примерно. Я говорю, ты сегодня хочешь спечь пирог? Она, ну да. Ну, давай я завтра. Вот так вот, я завтра спеку. Ты сегодня с яблоками будешь печь, а я завтра спеку Наполеон. Ну, как бы так у нас. Вот нету такого там, я там хочу, все там, буф-буф, нет. Ну, как бы мы, да, казалось бы, с тех мест такие, психика нарушена. Но у нас такого нет, чтобы там мы боем что-то отвоевывали. У нас как бы это, как в доме, как в семье, слажено все. У нас кто-то готовит. Вот я, например, занимаюсь стиркой. Ну, чтобы на лагере мне сказали, чтобы я постирала там, ну, вообще себе постирала даже. Я отдам лучше сигаретам. Кто-то здесь мне наоборот, девочки. То есть мне хочется для них делать, потому что они делают для меня. Мы все вместе. Здесь совсем по-другому. Здесь нет иерархии никакой. Здесь все, ну, по-другому совершенно. Раскрываешь себя. Тут у меня, ну, все раскрылось, то, что у меня, как говорится, уже вообще, я думала, запечатано вообще. Что я уже никогда не буду ни стихи писать, никогда не буду с людьми нормально общаться, никогда не буду вообще, ну, как бы нормальным человеком. Я уже, то есть, ну, уже практически на себе крест поставила. А тут у меня все таланты. Танцевать, тут театр-форум, тут у меня стихи я пишу, тут на гитаре, я думала, я вообще никогда не буду играть вообще. Что все уже, ну, не возьму ее никогда в руки. Анна Николаевна, молодец. Все, давай, мы уже есть собираемся. Что это они есть? Меня снимают, а я пишу стих. Представляете? А меня стих вырвался прямо. Опа. Ты моя стихоплетчица, молодец. И давайте сейчас слушать будем. А уже накрывает. Вот это естественно. Это же тоже естественно. Сейчас я забуду. Лена, ты что живешь? Крепкий винар. Все, приятного аппетита, девчонки. Спасибо. Это такая классная праздничная. Вообще, скажи, а я ж тебе доставание игрушек с чулами, наряжание. Ну, это вообще такой праздник из детства. Ну, как бы сейчас, ну, модно, не модно, не знаю. У меня тоже же вредомое искусство, но я люблю. Ну, да. А если у нас в Волгограде еще территория, ну, обязан. А подарки под елка, хоровод. Ну, того, что... Да, какой-нибудь пирог надо спечь. Саша, праздник. Мы кушаем вместе. Это, вы знаете, вот правило дома. Мы собираемся, ждем кого-то, и тогда в определенное время садимся в часы там обеда, завтрака, ужина. То есть все вместе. Мы создаем эту атмосферу. Мы вовлекаем их в общность. У них своего рода здесь такой маленький, как я говорю, социум. Научитесь общаться в этом маленьком, и вам будет легче уже выходить в большой. Мы стараемся, мы делаем все возможное. Мы вовлекаем их в это. Есть многие, которые не умеют разговаривать, им тяжело, есть замкнутые. Развиваем. И мы забываем, что они когда-то там были. Там свои законы и порядки. Здесь дом. Со своими правилами, но здесь дом. Карандаш я чувствую рукой, а мышку, я ее даже, я еще клавиши там через раз нажимаю. То есть для того, чтобы мышку и что-то сотворить, ну это надо пожить с компьютером в обнимку. И я это понимаю. Но мне очень хочется. Мне постоянно люди пытаются дать ватку.
чистую. Я им говорю, я собираю на эту ватку, чтобы она растушевывала хорошо. Но они мне постоянно, им меня жалко, и они мне хотят чистенькую дать. Зачем? Ну, я вот девочкам на лагерь писала письмо, и хотя вот, ну, я понимаю, что там многие будут даже, может, где-то фыркать, реабилитационный центр. Я это понимаю, ну, те, у кого там родители приезжают, поддерживают их и так далее, я это понимаю. Но я могу сказать сейчас на 1000000%, я довольна, это джекпот. Это такой джекпот, ну, и это шанс для каждой, даже для той, у которой бы есть дом, это шанс. Основная как бы проблема для меня, вот я ее вижу, это излечить душу. В тех условиях, которые они проживали, это тяжелые условия. Многие теряются навычки и, скажем так, все порежимно. Когда они сюда поступаем, мы стараемся, ну не то что ломать, мы их не ломаем. Мы говорим, что здесь все совсем по-другому и хотим их научить жить по-новому или же вспомнить то, что они когда-то забыли, находясь в этих местах лишения свободы. Вы наглядно видели, я вам сейчас его покажу. Вот кусок добавил. Фармацевтической промышленности, вот, для мази, в мази тоже добавляется, да, парафин. Вот, ну и также в основном используется для свечей. А мыло вы не видите? Что? Мыло? До мыла я еще не дошел. До мыла еще пока не дошел. Надо, я же говорю, что надо было не мастер-класс не по свечам проводить. А почему? А вы по свечам? Ну, по лошадкам можно. По лошадкам? Да, а Женя делает маленькие еще брелочки. Ой, лошадки будут! Вот в следующий раз все лошадка. Атмосфера обалденная вообще. Атмосфера, ну, именно такая родственная, именно такая семья вот. Здесь уют, дом. Здесь как-то мы все вместе. Здесь нет нервного напряжения. После лагеря здесь совсем все по-другому. Такие условия, даже вот таких условиях. Но потом проходит это время, то есть, и они уходят там, на свой хлеб, да, уходят отдельно. Ну, все, они уже отсюда уходят. И у них даже есть сравнение. То есть, как было там, как было в зоне, как было до того, как я села, и как у меня сейчас. И к чему-то можно стремиться. То есть, я хочу, чтобы у меня было каждый день мясо. Я хочу, чтобы, ну как бы, то есть, можно это добиваться. Ну, то есть, ты уже да, как бы ты прожила эту жизнь. Уже как бы ты уже это, ну, видишь, понимаешь, что как было там и как у меня сейчас. То есть каждый человек строит свою жизнь. И Бог, конечно, есть, но он, вот многие люди, там, допустим, верующие, говорят, что Бог создал, Бога нужно любить, Бог мне даст здоровье, Бог мне даст все. Если ты сама этого не хочешь, то Бог тебе ничего не даст. Если ты сама будешь пить, ну там, все же хочешь делать. Психолога свой объем работы, у нее как индивидуальные и групповые занятия. Точно так же у соцработника они работают согласно графику работы. Потому что программа она состоит из 4 блоков, и каждый блок имеет подблоки, то есть занятия. И это теоретические, скажем, теоретическая часть работы с девочками, она тоже важна. Недопрожитые чувства там в прошлом, которые сейчас мешают. Ну, жить и принимать хорошие решения, правильно. То есть ты позволяешь садиться себе на голову? Ну, я не позволяю. Есть такие люди, которые вылазят. Если, ну, если вылазят, значит, ты позволяешь. Ты в определенный момент не можешь сказать этому человеку, стоп, не надо. Ну, я вообще могу. Аналогично. Ну, смотри, тебе не кажется, что они несколько похожи? Ну, вообще, да. Да. То есть своим желанием сделать человеку
хорошее, что-то доброе, ты просто поддаешься его влиянию. Да. То есть ты начинаешь разыгрывать его сценарий вместо своего. Тяжело, и у меня не получается измениться. Поменять влияние, допустим, вот все, я не буду поддаваться влиянию. И все равно, вот как-то вот меня вот так вот располагают к себе. Да, я могу пойти к психологу, но обычно, если я иду к психологу, я потом выхожу от психолога все в слезах, вот. Но я понимаю, что я это достала. Достала и проговорила это все. Вот, ну да, вот так вот. Самое главное, программа дает возможность разобраться с самой собой. И понимание того, что если я сегодня буду делать все так же, как я делала вчера, то завтра я получу то же самое, что сегодня. Если мы не меняем стратегию, то мы получаем тот же результат. Если вы хотите вернуться туда, где вы находитесь сейчас, я бы хотела сказать участницам нашим будущим, которые находятся в колонии, то вам к нам не нужно. Это пустая трата времени и чьих-то средств, и занимание даже чего-то места. А если вы реально хотите изменить свою жизненную ситуацию, если вы хотите чего-то другого, если вы мечтаете о чем-то другом, то вам тогда лучше обратиться к нам. И мы вам поможем. Мы поможем разобраться в своих реальных чувствах. Мы поможем найти те ваши личные, личностные качества, на которых вы, собственно, можете построить свой хотя бы фундамент успеха. Хотя бы обозначить те точки, вехи, к чему мы реально можем стремиться. В любом случае, они не будут находиться в инкубаторной среде, вот так, как здесь. Они выходят, естественно, тут никто их не держит. Они выходят, общаются, сюда приносят какой-то новый опыт. Иногда надо обсудить, какой опыт они получили. То есть, а как к этому относиться? А что он тебе дает на самом деле? Не все опыты, скажем так, вне стен этого дома позитивные, но если дать возможность посмотреть на ситуацию с другой стороны им, то они будут набираться другого мнения, другого опыта. Другие функции жизненные будут задействованы. То есть они уже покидают привычный сценарий своей жизни, которой вот они жили до заключения, во время заключения. Фактически личность перестраивается. Она перестраивается адекватно адаптироваться к окружающему миру. Так, классно, все посмеялись. Заключается упражнение это в чем? Чтобы получить поддержку и какое-то там внимание для себя любимого, всей. То есть каждая сейчас из вас думает движение руками. Маячок. А вся группа повторяет. То есть я вот придумала движение руками вот так. Что происходит? Массаж. Знаете, когда вам люди делают добро, вообще просто так, то есть поначалу присматриваешься, в любом случае присматриваешься, смотришь, тебе самому хочется делать, в ответ. В ответ хочется делать много всего, я не знаю, и свои ощущения я могу сказать, я раскрываюсь. Я раскрываюсь, я стараюсь, и даже не стараюсь, я доверяю людям этим. Тут нюанс такой, что забор-то здесь стоит 2 месяца всего как. Тут никто никого не держит. И тут нет такого, что ты пришла в программу, и вот теперь вот ты обязана, как Роня Прокоповна, 3 месяца на побегушках, ничего подобного. Если ты понимаешь, что тебе это не надо, пожалуйста, выходи из программы, живи своей жизнью. Тут никто не пытается кого-то перевербовать или
в какую-то веру обратить. Кстати, центр не религиозный абсолютно. И поэтому свобода волеизъявления граждан соблюдается как никогда. Никто не привязывает к этому центру. Просто когда человек хочет действительно себе в жизни, как говорится, ну, чтобы все было в порядке, и чтобы было как бы все определено, он будет здесь находиться. Здесь нет никакого режимного. Здесь просто свобода. Мы сами, вот и у нас есть свои парники, мы там работаем. Мы можем тоже поехать и в Харьков. Люди могут поехать домой, к родным, к детям, к родственникам. Вход-выход у нас свободный. Телефоны можно, все можно. Нас здесь не держат, как здесь очень хорошо. Здесь нет режимного такого вот нахождения. Они свободны в общении, они также выходят на улицу, они также ездят, если они готовы. Они едут к своим родственникам, конечно, в гости. Атмосфера обалденная вообще. Атмосфера, ну, именно такая родственная, именно такая семья вот. Здесь я делаю то, что мне нравится, делаю это от души, просто потому что мне хочется это делать. Здесь очень хорошие все соцработники, которые очень помогают. Я здесь очень многому научилась. И сдержанности, и терпения, и понимания, и любви, и уважения, всего-всего. Я даже вот в этом центре для себя как бы открыла творчество, вот эти вот все картины, что вы видели, это все я именно здесь. Это с их помощью, с помощью соцработников. Я думаю, что мое интервью, если посмотрят в моей колонии, зная меня, ну, мне уже поверили тому, что я говорю сейчас. Потому что та, какая я была на лагере, это два совершенно разных человека, абсолютно разных человека. Именно в том плане, что, ну, я не то что советую, это, ну, я сказала только, что это джекпот. Это любой девочке заключенной, даже той, у которой есть дом. Здесь реально можно вот именно выплыть, нормально выплыть. Я это понимаю. Главное просто с умом это сделать, без криминальной романтики. Я вижу светлое будущее своего дальнейшего и пребывания, и удаления отсюда, с центра, то есть в самостоятельную жизнь. То есть я, ну, как бы, ну просто классно, что я вот сама изъявила желание, и что мне люди как бы идут навстречу. То есть по моему желанию как бы. Как, знаете, по Библии, стучите, и вам откроют. Вот и все. Здесь очень здорово, здесь помогают, здесь очень хорошая адаптация, здесь просто супер. Здесь просто становишься другим человеком, вообще другим. Ты забываешь все поганое. Мы здесь как дома, просто как дома. Это все спасибо соцработникам и нашему директору Ане Николаевне. Я хочу сказать, что и настроить тех девочек, которые еще находятся или которые готовы выйти, что все возможно в этой жизни. Все можно изменить в этой жизни. Не бойтесь мечтать, не бойтесь надеяться, не бойтесь доверяться и верить людям.
Это как бы для девочек новый старт. Это хороший повод изменить что-то в своей жизни, уйти от обид и ошибок. И дом на полпути всегда для вас открыт. Мы поможем вам реализовать все ваши мечты и ожидания. Сколько б ни было в мире огорчений, все понимаешь лишь тогда. Все по велению Божьего перста. Не просто так приходит вдохновение. Приходит все, как начинаешь жить с нуля.